лучшие, у нас все получится. Мы самые лучшие, у нас все получится. Мы самые лучшие, у нас все получится. Самая активная молодежь России приняла участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена». В Копейск представили сразу несколько старшеклассников. Одна из них – Полина Левченко, выпускница школы номер 7. Сам конкурс проходил сначала дистанционно. Это этап знакомства и этап решения кейсов. После прохождения двух этих этапов у нас был полуфинал в Ханты-Мансийске, который нам полностью оплачивали и проживание, и переезд. Потом те ребята, которые попадают уже в сам финал, они отправляются на конкурсные испытания в сам Артек, где несколько дней проходят решение кейсов, защита кейса, а также различные мастер-классы от спонсоров. Когда вот было решение кейсов, я делала проект, связанный с моей историей. Я как раз в тот момент находилась в Артеке на 6-й смене, и это мне придало такую идею создать ролик про лагерь именно глазами ребенка. Ожидание, медосмотр, дорогу. Ты оказываешься в Артеке, в стране детства для многих детей страны. Твой первый завтрак, поход в медпункт, а самое главное распределение – именно на нем станет ясно, в каком отряде ты будешь. Ролик сняла, смонтировала, озвучила Полина самостоятельно и вложила в него все самые яркие моменты и смены. Работу высоко оценили эксперты, которые вошли в состав жюри проекта «Большая перемена». И копейчанка стала финалисткой конкурса. От конкурса я получила очень много впечатлений. Это были и счастливые, также и моменты со слезами, так как какие-то моменты заставляли расплакаться, было трогательно, особенно на закрытии, когда к нам приезжали, уже все, финал, и этот этап пройден. Но это было очень крутое время, так скажу, потому что знакомство с людьми, вот это их мотивация, она даже придает и сейчас, даже готовясь к экзаменам, поддерживаем друг с другом связь и остаемся вместе. На городском последнем звонке Полину наградили дипломом. Сейчас впереди выпускница ЕГЭ и поступление в ВУЗ. А в следующем году она планирует принять участие уже в студенческом конкурсе под названием «Твой ход».